Добрый день. Хочу рассказать о наших результатах. Ну, вот за последние 2 месяца, можно сказать. Во-первых, Глеб сам самостоятельно стал ходить на горшок по-большому. Не просится, а сам именно подходит к горшочку, садится, снимает трусики, колготки и идет на горшок. Вот. Потом он... У меня была такая проблема, ребенок плакал, не хотел ни книжки рассматривать, ни картинки никакие. Плакал, истерика у него была. Теперь он с удовольствием разглядывает картинки, может сам взять книжку, посмотреть ее. Если он хочет, чтобы я почитала сказку, он несет мне книжку. У него любимая книжка, это там, где сказки «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба». Вот он может сидеть вместе со мной, где-то три сказки я ему прочитаю, он сидит спокойно, слушает. Это очень большое достижение для нас. Вот. Потом он стал, допустим, если что-то хочет, взять то, что ему как бы не очень разрешено, он заглядывает, стал в глаза, ну, как бы спрашивает, можно или нет, тянется рукой и сам в глаза заглядывает. Как бы просьба такая вот у него. Потом он стал много произносить новых звуков, стал говорить «мама», «баба». Ну, такие они как бы не совсем осознанные, эти слова. Но несколько раз он прям ко мне обратился, он прибежал в комнату. Я была в другой комнате, он играл, и он прибежал ко мне, мама, и потащил меня, чтобы я ему достала печенье. Вот, тоже большая радость. И, конечно, у нас очень сильно понимание улучшилось. Он прям, ну, очень хорошо стал запоминать разные слова, ну, то есть понимание очень хорошо у нас развивается. И запоминает хорошо, например, какие-то персонажи мы читаем в книжке, и потом где-нибудь я ему показываю, вот это из, там, допустим, зайка тоже, и он улыбается, все. Или среди игрушек. А, ну он еще стал животных, он знает, различает животных, корову, козу, собаку, кошку, барана, лошадь. Вот этих животных он знает, вот.